заехали в калейдоскоп посмотреть на Манечку, которую мы помогли приобрести Центру молодежи «Калейдоскоп», и которую вот ребята учатся спасать, и они пообещали вам тоже научить нас спасать. Сначала Алиса покажет, как это делается, потом я попробую повторить. На самом деле она что-то проглотила, да? Монетку. Да, она подавилась, она может умереть из-за этого. Опускаемся, садимся? Да, сейчас я ее включу. Собственно, вот она давится. Сейчас мы ее подавим, можно так выразиться. Сейчас. Вот. Анечка бедная, подавилась. Слышно, как она кашляет. Чтобы ее спасти, нам нужно обязательно взять ее под шею. Вот так вот, в таком положении. После чего перевернуть. Не забывать держать за шею, потому что это ребенок, он не умеет ее держать. После чего мы похлопаем, чтобы инородное тело выпало изо рта. Щечки загорелись красным, Манечка жива, с ней все хорошо. Осталось ее только запутать. Аккуратно, без паники. Алиса, вопрос. Вот когда я была мамой, это была себе мама, это моя ребенка, то нас учили, что надо взять за ножки и вот так потрясти. Я боюсь, что так у ребенка может что-нибудь. А если попробовать, если мамечки мамечка попадается, мы ее немножко так. Я думаю, так. Ну правда, правда. У нее может это инородное тело. Так наоборот, если она не с головой, у нее это все и вытащит. Ну, здесь-то. Ну, по крайней мере, я слышала такую историю, что ребенка надо вот так. Все-таки так делать не стоит. Реально, у ребенка может ножки, ручки как-нибудь потянуться. Это же хрупкий, он хрупкий, на самом-то деле. Маленький ребенок, я так думаю, поэтому нужно все делать. Давай попробуем, а вдруг получится. Тогда мы начнем переворачивать. Попробуйте. Манечка, тебе придется еще раз подавиться. Так. Сейчас. И я слышала, что когда, по крайней мере, когда взрослые проглатывают, его по спинке бить нельзя, потому что они его еще глубже туда уходят. Главное, чтобы правильное положение было тело. Делайте, как знаете. Попробуйте, отключайте, вот еще два робота есть.